привіт усім, і як це часто буває, на закінчення Games Gathering у нас в гостях співорганізаторка Ірина Сьомка. Привіт, Ірино. Привіт. Вітаємо з черговим успішно проведеним заходом. Спасибо. І знову ж, перше слово відразу тобі. Підсумки, враження, коротко про. Чесно, я дуже довольна. Це перший Games Gathering, який пройшов, так скажем, без сучка, без задоринки. Это пятый юбилейный ивент, и у нас все прошло, ну вы сами видите, можете посмотреть, очень масштабно. Мы заняли почти весь павильон, это 10 тысяч квадратных метров. Получилось, что у нас больше 3000 посетителей, и это B2B ивент, то есть это очень масштабно. То есть все эти люди, которые пришли, они работают в игровой индустрии уже, это внушительно. Получаю очень хорошие отзывы от всех, кто участвовал на стендах, от просто друзей, посетителей. Довольны докладами, довольны тем, что появились иностранные компании со стендами. Ну, вы сами, вот справа от вас Nintendo стоит, есть компания Amber Games, паблишеры различные, Vuga, Voodoo. Это интересная гиперказуальная сейчас тема, ну, я думаю, что вы знаете, на хайпе сейчас это все, чем всех очень интересует. И да, они есть здесь. Помимо этого, очень много посетителей иностранных. Едут много из Азии, едут из UK, из Германии. Есть люди из Саудовской Аравии даже. Ну, то есть это значит, что людям интересен ивент, интересна Украина как площадка для инвестиций. Это круто. Раньше я звала лично, и я знала, кто будет. Сейчас я знаю людей, которых я позвала лично, и я вижу, что помимо них приехали люди, которых я никогда не видела раньше. Они очень крутые, из очень интересных компаний, например, Tencent или те же там Nintendo и так далее. То есть это показатель, это, я думаю, что это уровень, я довольна. Ну, власне, стосовно добору зіркових гостей і спікерів, список дійсно вражає. Тобто ми вже навіть встигли поспілкуватися з купою крутих людей. І от питання, як саме відбуваються принципи цього підбору? Чи комусь хочеться просто когось крутого і відомого, як от з Девідом Брейвіком вийшло? Фактично там людина з неймовірною кар'єрою, неймовірно крутою історією, є у нас власне розповідь його. Чи навпаки хотілося б понатягати людей, з якими не було ще можливості поспілкуватися, в тому сенсі, що вони займаються вкрай нетиповими штуками. Як от знову ж таки автореференс до Владислави Гладкової, яка отак оп, ну, і да. Українська художниця працює в Британії і робить дизайн до Mortal Kombat. Слушай, ну на самом деле нет какой-то схемы, по которой мы приглашаем спикеров. Обычно мы формируем лекционные потоки. То есть у нас есть, вы здесь увидели, арт, геймдизайн, продакшн. И цього року их стало больше. Да, их стало больше. Мы отдельно сделали инди-трек, лекционный поток, чтобы делиться какими-то типсами с нашими местными индюшатами и рассказывать, как правильно делать игры и как искать паблишера. А по поводу спикеров на других потоках, мы подбираем из компаний, например, с тех же спонсоров наших, которые участвуют, они известные, это известные компании. И не то чтобы спонсоры имели какую-то привилегию, все подаются на общих основаниях. Мы выбираем просто максимально практические доклады с какими-то практическими кейсами на реальных историях, какие-то success или наоборот истории неуспеха, это даже круче, если честно. Когда делятся тем, как ты провалился, это на самом деле интереснее даже слушать и учиться. Плюс, например, некоторые из спикеров, они уже стали нашими друзьями. Я очень много езжу по миру, ищу, смотрю, общаюсь, рассказываю про конференцию, про Украину. И вы успели заметить, я думаю, все знают, что геймдев очень такой узкий, камерный мир, где практически все друг друга знают, дружат, люди очень веселые, открытые. И просто поэтому приглашаем в гости крутых людей. Ты просто иногда общаешься где-нибудь на вечеринке с очень классным человеком, а потом оказывается, что он, например, арт-директор Remedy или еще что-нибудь в таком духе. И как бы просто зовешь его в гости, говоришь, слушай, просто приезжай в Украину, если хочешь, можешь еще рассказать, поделиться. То есть все вот в таком полунеформальном. В этом и основная, на самом деле, фишка нашей конференции, что частый фидбэк, который я слышу, это то, что у вас душевно. Це дійсно круто, дійсно тішить. От вже цього року, якраз, і як ти нам розповідала рік тому, вже відбувся Одеський Games Gathering. Да.
чи не було у когось в команді, можливо, якогось побоювання, що так, це, звісно, круто, але, як ти сама казала, це все доволі таки закрита туса. І чи не відбило би це в когось бажання? Одним словом, чи не підрізав би одеський Games Gathering кількості відвідувачів зимового? Ну, как мы видим, нет. Я думаю, что даже простимулировал. В данном случае это ответ на запрос потребителя. Ребята очень часто, посетители не только, спрашивают, ребят, почему вы только один ивент в год делаете? Очень круто, мы хотим еще. Кто-то боится, кстати, не хочет ехать в Киев зимой, говорит, холодно, капец, Киев. Абсолютно. Ну да, но тем не менее. И говорит, ну если бы у вас там было где-нибудь в очень каком-то хорошем месте, ну вот у нас есть Одесса, возле Черного моря, приезжайте, будет круто. Это другой формат совсем. Это такая встреча без галстуков, где можно, сидя на пляже, поговорить и пообщаться о делах. Мы не стараемся сделать из него Games Gathering, как здесь. Это не большой экспозона. Это просто встреча друзей. Это больше, наверное, даже не международный, а какой-то локальный ивент. Да, есть приезжие спикеры и различные спонсоры и инвесторы, но тем не менее, это просто тусовочка наша, уютная, летняя. Не хватает летом такого ивента. Есть Gamescom, как бы все готовятся, все лето готовятся к Gamescom. Сидят в отпуске и так далее, готовятся интенсивно. А E3, Gamescom, и мы решили сделать, почему бы не сделать Games Gathering летом. В этом году мы тоже повторим это. Всем понравилось, поэтому мы сделаем в том же отеле, но в Гагарине, в Одессе, 4 июля. Легко запомнить. Да, надеюсь, в зависимости от Америки мы будем делать Games Gathering. Это так случайно, на самом деле, совпало, но проще запомнить. И мы решили сделать его больше по площади, потому что мы не ожидали, на самом деле, такого потока людей. Было тесновато, я знаю, что кто-то обижался, но не переживайте. Мы в этом году в два раза больше места взяли, два этажа. Да, и, пожалуйста, приезжайте, не забудьте свои купальники. Ну, якщо ж говорити саме про лекційну частину, окей, з цим все круто, частина розваг, також все прекрасно. А саме ділова, а точніше вакансійно-пошукова, от стіни, що вакансії, що людей, які шукають, ну, пропонують себе, вони завжди просто дико заповнені. І от з твоєї дзвіниці за оцих от 5 Games Gatheringів, кого стає більше? Людей, які навпаки шукають нових можливостей, чи компанії, які розростаються занадто швидкими темпами, і їм потрібно все більше працівників? Могу сказать, что для сравнения просто, на первом Games Gathering не было стены вакансий. Сейчас вакансия, которая в длину 14 метров. Ну, это само за себя говорит, да, это как бы можно отследить. И спрос порождает предложение. Поэтому нельзя сказать, что кто-то хочет геймдев, или наоборот, компании стимулируют спрос на какие-то вакансии определенные. Нет. Есть тенденция, что многие компании стараются сейчас открывать офисы в Киеве. Было и в прошлом году, в этом году еще интенсивнее. Например, компания Voodoo открывает офис в Киеве. Они ищут очень крутых ребят к себе в команду. Это интересный, вот как я говорил, гиперказуальный паблишер. У компании Vuga есть офис в Киеве. Открывает компания Gizmart офис в Киеве, которая открыла свое игровое направление. Это показатель крутого роста, показатель того, что у нас есть специалисты, то, что у нас рынок не, скажем, не избалован и не перенасыщен. Они могли бы, по сути, открыть этот офис где угодно, да? Они выбрали Киев. Значит, все совпало. Значит, ребята, у вас у всех, кто еще не попал в геймдев, есть огромный шанс попасть легко на самом деле к нам. Як відомо, планування таких заходів, воно забирає доволі великий кавалок часу. Тому, звісно, спойлерів не існує, всі ми це добре знаємо, але, можливо, от вже зараз ти можеш трошки привідкрити завісу таємниці над тим, що хоча б якусь одну-дві крутих штуки, які точно будуть чекати відвідувачів
Games Gathering 2020? Ну, слушай, ты знаешь, что я никогда не говорю точно. Я знаю, але я все одно поскинув просто. Да, есть мысли. У нас с Сашей есть идеи, мы периодически пытаемся как-то генерить. И одна из основных идей есть такая, что у нас есть большой спрос на, как бы так сказать, не совсем B2B-шные вещи. Mm-hmm. И возможно, возможно, но это еще не точно, есть смысл делать такой мини-геймском, когда это совмещается B2B-зона с B2C. В принципе, это имеет значение, как бы имеет смысл, и мы сейчас это обсуждаем, думаем, смотрим. Мне бы хотелось, мне кажется, это было бы очень круто, это было бы масштабно, подобного рода ивентов нет вообще на территории Восточной Европы сейчас. Поэтому все возможно. Мне кажется, это было бы круто. Ну окей, нехай це навіть не 100%, але вудочку закинуто. Да, да, да. На це однозначно хотілося подивитися. Ну і звісно ж, я не можу тебе не запитати про мерч, про ці чудесні пляшки, тому що це те, чим, власне, працівники Games Gathering цього року неймовірно круто виділялися візуально. І от... Ну, розкажи, будь ласка, що саме ви підготували для своєї команди? Так, от на самом деле, от можу показати, так, крутой очень худи, нет, это бомбер называется. Вот. Сзади у каждого из членов команды мы делали специальную вышивку по желанию, по никнеймам, или меня называют Ирина Игоревна. Вот я, собственно, Ирина Игоревна. Наш CEO и фаундер Саша, он адмирал всей команды, поэтому у него написано адмирал. Мы решили сделать яркие желтые худи. У нас цвета корпоративные — это желтый и черный. И честно, изначально были черные худи, так там проще с дизайном и совсем. Но мы как-то все с Сашей, в черном. Да, мы с Сашей, ну это модно сейчас, кстати, это тренд сезона, этот Total Black. Я же девочка. Окей. И мы просто с Сашей как-то не там буквально за неделю до конференции поменяли концепцию. Мы увидели крутой на ком-то очень крутой бомбер желтый и такие. Давай будет желтый. Все. И полностью все поменяли. Мы работаем с компанией Никофер. Мы видели стенд, у них тут есть, да, с нашим мерчем. Это один из первых разов, когда мы начинаем, в принципе, делать подобные штуки. Честно, ощущения очень смешанные. До сих пор я не ощущаю, что там, да, это моя конференция, это очень круто, да. Такое ощущение, как будто попало на какую-то классную чужую конференцию. И когда покупает кто-то твой мерч и ходит в нем, это непередаваемое ощущение, серьезно. Это показатель того, что ты нравишься, людям нравится, они получают удовольствие и приятные эмоции хотят сохранять хотя бы в качестве мерча. У нас были крутые стикеры, вы не видели, я знаю еще. Ну, еще и да, точно посмотрите. Не и один из этих стикеров, это был не баг, а фича, это такой полупопка-код. Их раскупили, я хотела даже друзьям своим показать. Пришла сегодня, их раскупили все. Да, сумочка, у каждого такая была сумочка. И в ней были стикеры. О, да, до них я еще не дістався. Да, вот они крутые, и пока что сделали только с одним, вот. It's not a bug, it's a feature. Да. На самом деле, мы тоже никогда не подходим к каким-то стратегическим планированиям, к стикерам или к каким-то мерчам. Это все всегда от души, это все всегда такая креативная работа. У меня есть подруги, которые артисты, и я говорю, девочки, мы ходим к тебе на конференцию. Я говорю, помогите. Чем мы можем тебе помочь? Говорю, давайте стикеры. Давайте, ну, нарисуйте стикеры. Ну, и вам прикольно, и какой-то опыт новый, и нам прикольно. И мы вместе сделали, сказали, обменялись, так скажем, пожеланиями, и получилось вот так. Круто. Да, получается круто. И я вижу, что людям это нравится. Это, на самом деле, непередаваемое ощущение. Конечно, как Blizzard я не буду жить только за счет мерча, продажи мерча. Ну, в Blizzard це теж з'явилося не відразу, тому це все поступова історія. Да, но я ощущаю и вижу, что
наша конференция выросла на порядок, и это уже уровень такой, когда процесс налаженный, все идет очень смусли, как это сказать, гладко, да. И можно позволить себе какие-то креативные моменты, а не контролировать каждый момент конференции. Это приятно, ты наслаждаешься тем, что ты делаешь. Ну, правда, коли от дійсно вже конференції, якщо чи коли вона вже стане відкритою для загалу, там, да, вот там додасться якраз клопот. Буде, буде, ну так. Но тем не менее, я думаю, что... Ні, це однозначно варта того ідея. Это очень круто. И, как бы, да, по поводу мерча. В этом году, вы знаете, у нас, кстати, 18+, B2B зона наша. У нас точка есть, где наливают пиво в течение дня. И сейчас, кстати, я могу сказать интересную такую штуку, уже конец дня, да? Поэтому могу сказать, если подойти к пивной точке и сказать один пароль, я вам чуть позже скажу, то вам нальют не обычное пиво лагер, а Гиннес. Мне это ничего не говорит, я не вживаю. И мы сделали с Сашей для подарков друзьям пиво, это крафтовое пиво, для нас сделала одна пивоварня, мое пиво со вкусом тирамису, ну, девчачье такое, да, okay. И Сашина, вот стоит оно, это просто светлый лагерь, ну, мужской, хороший, светлый лагерь просто. До речі, а є вже зараз статистика, ну, з поправкою на кілька годин, скільки сам, який був літраж загальний пивної точки за півтора? В прошлом году больше 1000 литров выпили, по-моему. Сказати чесно, я думав, більше було б. Ну, серйозно, тобто це сейчас не така... Сейчас нету, как бы, сейчас там очередь стоит еще. Как раз все расслабились, все перед награждением, все закончили лекции, батлы и так далее. Поэтому все еще пьют, мы скажем это уже в конце. А в прошлом году, ну, больше 1000 точно. Это не считая вечеринок. Це важливо, поправка. Так. Ну що ж, тоді, Ірино Ігорівно, залишається побажати вам успіху з прийдешніми Games Gathering. І, як то кажуть, от тепер, після оцих, от, нехай навіть планів, нехай навіть побажань, тим більше стає цікаво, наскільки сильно виростуть наступні івенти. І, звісно ж, у прийдешні роки на прийдешніх заходах Games Gathering будемо з вами і ми. На цьому все. Свято вдалося, за що вкотре дякуємо. Спасибо. Ну, а вам до зустрічі. Не забувайте підтримати це відео вподобайкою, коментарем, поширенням. І заходьте частіше на канал або на портал Play.ua.